Все вышли из тьмы, и мы узнали, кто же те незнакомые люди, которые нас сегодня посетили, и вдруг нас ждет какой-то общий путь впереди. А, Вань, проходи, пожалуйста. Проходи. Вот, собственно, все. Значит, я еще раз благодарю. Всех тех близких товарищей, ну дайте все-таки договорю, я не удержусь. Мне кажется, что вот люди по большому, ну, есть вот такая притча, да, древняя, как философ спрашивает у мужика, который тачку везет, знаете, да, наверное, ты что ты делаешь, да, значит, трое мимо него проходят, он говорит, я тачку везу, а другой говорит, я деньги зарабатываю, вот, а третий говорит, а я храм строю, вот, значит, вот разные, одно и дело, но разный подход, да, я счастлив, что меня окружают те люди, которые, понятное дело, что меня из этой цепочки исключить нельзя, но они помогают мне делать не храм, может быть, но какое-то важное дело, да, доверяют своим соучастием мне, вот от чистого сердца, тратя время своей жизни. И вот в этом, мне кажется, в кино, особенно именно в нашем, самый дорогой момент. Вот. Спасибо. Память Елизаветы Новиковой.